Всем привет, и с вами Донаргон, и я хочу показать мини-мини-обзорчик игры The Zombies. Передо мной бета-версия данной игры, это русский проект, его делают хорошие ребята, и чем меня заинтересовал? Ну, во-первых, это тут анимешные главные герои и героиня, а также анимешные зомби. Такого я лично не встречал. Может, кто-то встречал, но я такой встречал первый раз. Под видео будет ссылка на сайт DeviantArt, где вы можете посмотреть работы данного художника, который занимается данной игрой. И также будет ссылка на его ЖЖ. То есть на его журнал, интернет-журнал. Бета составляет из следующих, так сказать. Я бы с удовольствием, конечно, зашел в Story мод, но он еще полностью не готов. Вот когда мы заходим, вот на мой взгляд, это все-таки няшные зомби. Вот, главный герой вот он в каске, и вот видите, Story Under Construction. То есть, самая главная компания еще делается. Но, кстати, у него, по-моему, на сайте DeviantArt можно посмотреть как бы снимки из уровней, которые нам будут даны в дальнейшем. Так. Сейчас же открыт только мод Survival. Survival. Это мод на выживание, но с одной фишечкой. Я уже как бы включал эту игру, чтобы проверить, идет запись или нет. Ну, обычные там процедуры. Вообще и картинки смотрел. Мне зацепило этот, так сказать, раздел. Ладно, начнем. По порядку. Я хочу все-таки Еси. И мы. Вот он, наш герой. На большом красном мопеде. Угоняем. Убегаем. Ох, ё. От зомби. По-моему, великолепно нарисовано. Да так все мило. По-моему, я вот не помню еще ни разу, чтобы было еще хоть раз так нарисовано подобные уровни. И мопед такой, знаете, вот в таком мопеде, по-моему, в детстве мечтал. Красивый красный мопед. С таким вот шлемом. Заметьте, что машины-то наши, родные, Жигули. Ёпарас это. Ух ты. Как она быстро бежит. Ну, быстрее, быстрее. Мы, кстати, можем, управляя мопедом, загонять зомби. Вот сейчас. Нет, не получилось. Быстрее, быстрее, быстрее. Ай. Это, кстати, был самый легкий уровень. Давайте еще разок. Но я лично бы взял. И взял бы эту игру поиграть, чтобы. Вот видите, мы как бы уходим от этих зомби. И при этом направляем их. Нет, уйди отсюда. Уйди, пошел вон. Так, мы здесь проедем. Есть. Вот. Отлично. Фух. От первой волны ушли. Нет. А, все нормально. Вроде бы нарисована открытая дверь, а я не врезался. Нет, уйди, 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 уйди. Уйди, уйди. Нет. По-моему, еще меньше проехал, хотя нет. Это из скорой помощи я не видел. 54 км в час максимальная скорость. 3 комбо сделал, 6 убил.
Просто я видел видео. По-моему, сделал ее сам автор. Я только отъехал. Блин, ну что такое? Вы ты, кстати, вы там не ожидаете чего-то сверхъестественное или тортик, как обычно все говорят, потому что это игра на выживание, и тут нету конца. Тут как бы, как дольше пройдешь, как он быстро бегает. Уйди. Как это сделал? Он же быстрее стал ехать. Во, опять. Подожди секунду. Стрелочка назад. Ага, понятно. Уйди отсюда, ты задолбал меня уже, ты зомби. Есть. Ух ты, столько в этом час уже прошло. Вот оно веселье, ребят. Вы бы видели, кстати, ну, зайдите обязательно на его сайт. Там никакой регистрации не нужно, то не было доминарт. И там вот, правда, великолепный будет его напарница. Также есть огромное количество комиксов по данному проекту. Ух ты! Блин! Хотел перемахнуть.